Вторая игра всего лишь на сегодня. Редкое явление, когда спустя три часа стрима прошло, и я только вторую игру запускаю на сегодня. Боже мой. Что же дальше будет с счетчиком? Приставка замечательная, да, Благомир, согласен. SNES тоже, кстати, не паханое поле. Мало ребят, которые ее играют. Потом стрим этот удали, кусок с Барби. Я оставлю чебурек, я подпишу, чтобы на него не заходили. Три часа у бабы был, господи. Димана, я немножко соскучился по твоим шуткам, конечно. Спасибо, что сегодня столько времени уделил. Вы сегодня с брательником тоже, смотрю, сидите. Сюжетка. Когда-то давно, в прошлом, во времена, когда рок-н-ролл был всего лишь камнем и быстрой едой, обедом, который нельзя поймать. Ну, ролл типа фастфуд, который нельзя поймать. Жили два пещерных чувака, Джо и Мак. Во времена динозавров и птеродактилей жизнь у ребят, конечно, была очень веселой. Однажды одно племя неандертальцев-задротов вторглось к ним в деревню и напугало всех пещерных цыпочек. Неандертальцы еще и не знали, что такое зубная паста. Фу! Теперь, когда все пещерные цыпочки разбежались, потерялись и где-то находятся одни, настало время вернуть их обратно. Так, опции. Вообще 16 бит золотой век. Мне все-таки NES больше нравится. Dandy Van Love, как говорится. Классические опции. Easy Normal Hard. Управление забавное. Две кнопки выстрел, две кнопки прыжок. Чтоб прям вообще удобно было. Ну и музыку стерео оставляем. 91-й год, Data East. Так, карта мира. Кстати, впервые в Джо и Маке карту мира добавили. За 2020 игр можно столько полей распахать. Саш, этим и занимаюсь. Мы занимаемся, можно сказать. Так, первое оружие подобрал. В харде враги жирные, естественно. Музычка ничего такая веселая. А! Какая отдушина после Барби поиграть Джо и Мака на SNES. Какая приятная игра. Прикольно, они кричат, когда костями попадаешь. Люди добрые, шутки Димана пагубные. Никогда не принимайте их всерьез. Димана не просто иногент. Само иногентство. Так вот, Димана, раскусили тебя. Больше не будешь скрываться. Все понятно теперь с тобой. Иногентство. Так, красное яйцо. Чтобы выбить бонус, никого на экране не должно быть. Вылупился птеродактиль, отлично. Кстати, на SNES Джо сильно переработанная. Сековская ближе к аркаде, но хуже по качеству. Крупное мясо мне тоже не помешает. Ванапчик, отлично. Ванапчик! Еще и ключ подобрал. Да, Сейн, кстати, сеговская, она реально близка к аркадной версии. Аркадную я не играл, но видел, как она выглядит. А! Так, главное в ямы не падать.
Огонь так положили неприятно. Их подберешь нормально. Ладно, пока костями поиграем. Сыграем в кости, как говорится. Неандерталец мясо оставил. Вот как это работает? Почему мясо в воздухе висит? Как они такую приманку сделали в первобытные времена? Просто мясо в воздух повешали. Сволочи, всех цыпочек разогнали. Неандертальцы долбаные. Дэнди, SNES, Мега Драйв плюс автомат — это просто улет, золотая эпоха. 89-94 года были особенно плодотворные. Если это мясо птицы, то почему бы ему не летать? Энди, а если не мясо птицы, а если это какой-то динозавр умер? Может, эта птица подобрала мясо, стала... Красавец какой. Короче, ладно, оставим это на совести разработчиков. Оставим на совести первобытных людей. Музон, кстати, классный такой, бодренький, на боссе играет. Блин, он так орёт свирепо. Спокойно, спокойно, динозавр, не надо на меня так выбегать. Чё, и пасть открывает. Такое чувство, что он хочет, чтобы я ему зубы почистил. Это был такой мультик, Рикки-Тикки-Тави, по-моему, а нет. Блин, как же мультик назывался, в котором... Птичка Калибри чистила зубы крокодилу. Ой. Калгей Тотал. Птичка Киви? Нет, робот, там как-то по-другому. По-моему, Калибри была. Там крокодил был злой, то, что зубы не мог чистить. Он на всех выпендривался, там грозился съесть. Потом птичка ему зубы почистила. Я не помню название мультика. Птичка Тари, вот, Сэйн, спасибо. Димана — это левый бот. Где-то в мире есть правый бот. Он тут. Гарретом зовут. Первобытных людей было понятие совесть? Они ближе к инстинктам. Как-то так. Спасибо, Эластион, да, Сейнт написал тоже. Графа ничего, кстати, такая. Водопад живой. Сочек, спасибо. О, а вот и огонь, кстати. Отлично. Да что-то он как-то огнем мимо, а получается просто дубинкой бьет. Яйцо упало в воду. Насчет совести я даже не знаю, Игорь. Вообще, совесть... Что такое совесть? Я так легко тебе не отвечу на этот вопрос. Ай, блин, по яйцу попал. Косточка появилась. Косточка появилась, потому что... Блин, потому что водопады были. Бонус надо было как-то сзади брать. Ну ладно. Бумеранг. Какие страшные растения. У меня флешбеки к NES-овской версии. Когда растение тебя просто съесть могло. Что-то много первобытных людей развелось. Вот, искупнись, дружище. Так, оружие, кстати, на селект можно менять, так же, как и в геймбой версии. Замечательно. А! Тому мультику было бы продолжение достойное, где крокодил не мог... Не мог бы номер два сходить. Нашелся бы добрый дядь.
Это уже мультфильм для взрослых получается. Напомнила только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. Тоже мультик такой был? Чарджа нет, надо проверить робот. Не, чарджа нету. Я зажал кнопку, он просто выстрел сделал. Вчера было 100 лет пионерии. У нее какая-то официальная дата есть. Так, ну у меня один ключ есть. Давайте в бонус сходим. Пример всем ребятам, пример. Да, когда-то было время. Это было время пионеров. Бабушкам помогали. Макулатуру сдавали, металлолом. Ну, я родился в 88-м. У нас пионеров уже не было. О! Ванапчик опускается, если все окорочка собрать. Нифига себе. В 2080-м будет 100 лет Димана. Да, тяжело поспорить. Так, огнем пока подраться. Первый вертикальный уровень, кстати. Опять флешбеки к сеговской версии. А! Чего, он просто из ниоткуда появился? У нас в школе пионерский костер было... мероприятие в мае где-то. Не, я точно пионеров не застал, это я прям 100% могу сказать. Конечно, есть, у всего есть. Ну, вообще, наверное, да, Игорь, скорее всего... И события у них, официальная дата должна быть. Птеродактиль что-то злой. Блин, напугал, сволочь. Бумеранги можешь мне его покидать. А! Два раза пролетел. Нас в 92-м приняли, и все. Конец, да, Сейнт? А кто слушал, молодец. Полетел птеродактиль только вниз. Димана, ну зачем так про пионерку? Какие-то пошлые мысли. Так, туда в бонус я пока не могу попасть, к сожалению. Мне надо опять искать ключи. О, каменные колеса подобрал. Ну или бублики, как их правильно назвать. В NES-версии имбовое оружие было. Здесь такое себе. Среднее. Ну как и в сеговской, в принципе. Да что ты? Выныривают как из ада просто. Кстати, два колеса кинул, и все, и больше не летит. Ограничение на два колеса. Да что ты прям перед лицом?
Во, вылупился птеродактиль, отлично. Я прям замер, потому что... Птеродактиль появляется только если вообще нету никого. Никаких врагов на экране, никаких там... апокалипсисов, всяких водоворотов. Есть, еще две жизни подобрал, отлично. Еще ключ взял. Димана, сыграю Голливана, не переживай. Сыграю я Голливана. Игра просто на Famicom выходила, мне бы знать, о чем она вообще, что там, о чем говорится. Так было бы попроще, конечно. Что-то рыба, конечно, вообще пока прям самая тролльская. Наверное, лучше бумерангами посражаюсь, их хотя бы по три можно кидать. Спасибо, Энди, за фоллоу на Трово. Спасибо, дружище. Стримлю крайне редко. Сложные графики, к сожалению. А, кстати, здесь же еще можно прокатываться. Вот вам, пожалуйста, то, что не было в предыдущих версиях. Не знаю, был ли вот этот колобок в аркадной версии. Вперед-вперед нажать может наш первобытный товарищ прокатываться. Есть. О, сразу массовое уничтожение рыбы. А, и все равно попадают, все равно... Да что ты? У меня-то хп тратится, а вот у них я что-то не вижу, чтобы тратилось. Боксы, мое почтение, конечно. Так, рыба, может у вас уже хп начнет тратиться? Сыграю Голливана, но за Rainbow Island и не просите. Ой-ой. Ай, он колобок сам заканчивает. Да что? Ой, омерзительный босс, конечно. Просто кошмар какой-то. Они еще крупные, эти рыбы. Просто четверть экрана занимают, наверное. Ладно, маленько осталось уже. Ай. Последняя. Есть. Жив остался. Ты и тут есть? Да, я недавно. Ну как недавно? Сделал аккаунт, потому что Трово стал набирать популярность. Так, у меня ключ появился, можно открыть, значит. Еще один бонус. Колесо Далин. Здесь вроде рандом. Здесь вроде бы рандом. А? Да. Забавно, он умирает. Появляется одежда на нем, арфа какая-то. Да, прикольно сделали. Вместо колес брать динамит. Здесь что-то на динамит похоже, это вот огонь. Вот этого товарища я помню по версии на Genesis. Так мычит странно, как корова какая-то. Ай! Резкий выпад. Не знал, что SNES-овская версия с картой. Здорово, Байнефус, есть такой момент. Это первое серьезное нововведение в серию Джои Мака. Ну, еще раз повторю, я в аркадную версию не играл, возможно, там что-то было такое. Ай.
как он долго этими огоньками бьет. Пока огонек не упадет, он ничего сделать не может. То есть один выстрел всего. Какие боссы жирные просто. Он еще и неуязвим, пока рыбу кидает. На аркаде вроде просто развилки. Да наконец-то, кошмар какой. Два колесика и передоз. Передоз от первобытного человека. Хотя у меня сегодня передоз немножко от другой темы был. Так, ключей 0. Оружие все собранное. Ломимся дальше. О, ледяной уровень. Жалко, новатор уже ушел со стрима. Он бы заценил, конечно. Дядя Сережа любит ледяные уровни. Вообще сзади красиво выглядит, кстати. Ай. Да ты откуда нарисовался? Никого же не было. Ладно, большое мясо съел, уже хорошо. А этот нифига не оставил. Да блин, ну задолбали просто. Какие они все тугие здесь на харде, просто жесть. Алекс, здорово. Привет, Алекс Натрова. Спасибо, что заскочил. У меня... СРГ последнее время немножко мутное отношение, скажем так. Ну, не совсем РГ, конечно. С некоторыми товарищами с этого сообщества. Да что происходит? Просто убивают со всех сторон. Даже не знаю, какое оружие лучше взять. Колесо против законов физики едет. Я перепрошел легенду о Мане, точнее ремастер 21 года. Да наш вроде никак не отличается. По-моему, Legend of Mana, которая вышла в Steam, она идентична. О, этот дурак об шипы умер. Больше, чем ледяные уровни, дядя Сережа любит ресницы. А здесь что получается? Блин, ванапчик остался, ну ладно. Вторая часть вообще графонистая. Вторая часть Джоймака на SNES, имеешь в виду, сын? Так, мама, пошел нафиг отсюда. Ну и чё, Алекс, как ощущения в итоге? Вот у меня вопрос, зачем её переиздавали? Оригинал красиво смотрится. Всё из-за бабок, Алекс. Это же очевидно. Сейчас эпоха ремастеров, ремейков. Всё ради денег делается. Далеко не каждый ремейк и ремастер может похвастать... тем, что он стал круче. Вспомни Square Enix, финалки какие сделал позорные. Ну, если совсем откровенно говорить. Да блин, на Game Boy Advance финалки лучше, чем Pixel Remaster в Steam, если уж на то пошло. Pixel Remaster — это какая-то дикая смесь мобильного оформления, графики PS1 и механики NES. Вот так, наверное, не знаю.
На Game Boy Advance финалки лучше ремастеры, чем то, что в Steam вышло недоразумение. Chrono Cross, Chrono Trigger, посмотри в Steam, какое позорище выходит. А почему это все? Да ради денег. Final Fantasy VIII ремастерит. 1000 рублей за ремастер. 1000 была. Что-то все плохо, у меня две жизни уже осталось. Что-то игра на харде начинает нормально так выносить. Есть повар и супер колесо, большое как в Несси. Нет, Байнефус, нельзя чаржить. Робот спрашивал, я попробовал, у меня не зачаржился. Ой, я ему еще и хобот оторвал, кошмар. Опять чуть-чуть не дожил. Мне Tactics нравится на PS1 КЗ, что будет в ремейке. Подожди, а на Tactics тоже ремейк делают? Или ты про чё? Прифигел реально с графона FFR. Не могли как на PSP графен сделать? На PSP, Сейн, самые крутые первые финалки выходили. PSP, да, это прям... На PSP самые крутые первые финалки. Тут у меня никаких сомнений не будет. Версии на Game Boy Advance на второе место поставлю. Вроде решились на ремейк Тактикса, но нам он не светит, скорее всего. Ты же знаешь, Алекс, что Square Enix все свои игры закрыл в Steam. Очередной... Да хватит уже! Начал четвертую часть на PSP. Немножко завидую, Фауст, потому что у тебя много прекрасных моментов впереди. Когда-нибудь и я сыграю четвертую финалку на PSP. Вот что он делает? Просто убивает спидран. Ну что вот можно с ним сделать? Нифига не сделаешь. Я забил на Steam, начал качать. Да он опять летит, ну заколебал ты, дружище. Мне тебя полчаса убивать, что ли? Ну, конечно, он неуязвим в этой форме. Что-то с боссами здесь перемудрили все-таки. В сеговской версии как-то даже поприятнее было с боссами драться. Что, опять летать будешь? Нет, спасибо. Спасибо, что не стал пикировать опять. Ну, а еще по лапке задену. О, где-то за экраном убил. Так, здесь бонусы пока закрыты, ключей у меня нет. FF4 на PSP целая история с продолжением After Years. Продолжение я, кстати, так и не играл пока. Да что, какие жирные, даже простой рядовой враг.
Ой, сейчас повезло, что на краешек зацепился. Самоубийцы просто в пропасть падают. Воевод, привет. Здорово. С прибытием на стрим. Спасибо, что заскочил. Так, там красное яйцо, надо аккуратней прям. Все, никого нету. Отлично. Птеродактиль выскочил, значит, экран чистый от врагов. Видел я это издание, не впечатлило. А я его проходил, Фауст. Первые две финалки Pixel Remaster я проходил. Причем вторая душила меня просто дико. Еще один ключ подобрал, отлично. Хотя бы все бонусы показать. Пока неплохо продвигаюсь. Вулкан, кстати, нормально так. Живой такой весь. Полыхает. Там яйцо, смотри. Мясо пожарили, отлично. Мы про FF8 HD. Ну, вроде тоже ничего особо хорошего нету. Графику подкрутили, да. О, отлично, ХП взял. Точнее, жизньку. Вторую финалку на PS1 дропнул и не жалею. Но она такая, да. Меня задушило по полной программе. Я с покерфейсом сидел просто. Ждал, когда это чудо закончится. Там начудили с прокачкой, с магией, вот это вот. Дали ультиму уже ближе к концу игры. А когда ее прокачивать? Смысл ее был прокачивать. Во второй финалке огромное количество магии, но большинство из них вообще не нужно. Вообще нет смысла в них просто. Паралич, вот это вот окаменение. Смена ХП-МП с врагом. Второй финалке, к сожалению, с магией очень криво сделали. Да вообще, такая себе часть на самом деле. Понятно, что тогда был 88 или 89 год. Squaresoft вовсю экспериментировали после успеха первой финалки. Вообще удивительно, что после выхода второй они умудрились на плаву остаться и продолжали выпускать финалки. Да, Фауст, как будто какая-то есть история, что создатели второй финалки плохо к магам относятся. По сути, кроме лед, огонь, молния. И высасывание МП. По сути, это магии особо полезной нет. О, этот дурак обратно покатился. Зорг, здорово. Я сегодня рано начал, потому что у меня вечером собрание с друзьями. Уж извиняюсь, Зорг, но... Ну, то, что я первый играл, ты нисколько не пожалеешь, что отсутствовал на стриме. Например, ремастер Нир Репликант очень хорош, вышел как по мне. Игра топовая, заставила взглянуть по-другому вообще на все игры. Нифига себе, Кинслер. По-моему, ты насчет Нир еще не говорил. Вот это я быстрый. Нет, Зорк, это я сегодня ранний. Это я сегодня слишком ранний. Так, один ключ есть, надо еще один бонус открыть. Давайте самый дальний посмотрим.
Вообще ни о чем бонус. Мог фармить баллы, да. Мне нравится FF6 ремастер, особенно боевая система с АТБ. О, еще одно яйцо. Так, пока никого нет, разбиваем. Ничего, Зорк, еще успеешь нафармить. Я, конечно, редко буду стримить сейчас. У меня летом по 22, по 23 смены. О, три ванапчика, самый щедрый бонус. Лето у меня загруженное, как обычно. Огороды, шахта, вот это вот все. Ну, поглядывай за анонсами, как обычно, что еще могу сказать. Примерно раз в неделю буду появляться в эфире. Раз в неделю, в две недели. Сегодня ты ничего не упустил. Ну, то, что баллы не пофармил, ну, бывает, что теперь. Сумасшедшие динозавры, самоубийцы просто. Нормально его так вшторивает от бумеранга. Крупное мясо оставил, отлично. Я не знаю, Алекс, вот эти пиксель-ремастеры, это такое себе. Я уже озвучил, мне на PSP больше всего версии понравились. А вдруг есть те, которые устали? Зорк, у меня же не все зрители избалованные. Кому-то хватает стрима раз в неделю, чтобы впечатлений набраться. А кому-то будет мало, когда стример каждый день запускает эфиры. Тут палка о двух концах, как обычно. И у меня недавно был период, перед тем, как я пропал. Я нормально стримил по времени. О, еще мясо взял. Ну что поделать, такая жизнь. Куда не деться. Еще один муторный босс. Первобытная хрень, которая Соника косплеит. Крайне советую... А, я не попал по него. Не попал по нему. Блин, он и так душный босс, еще и урон сейчас не получилось сделать. На. Кибербоб, привет. Соник Легаси косплеит. Так-то босс прикольно выглядит, но он такой муторный, такой душный. Он пока крутится, ему ничего не сделать, это бесполезно. Вот, открылся, получил урон, закрылся, все. Шкала здоровья, сами видите, какая у него. Крайне советую поиграть. Я говорил ранее, что я не любитель всяких труконцовок, перепрохождения. Одной игры несколько раз. Ее нужно 3 раза пройти для труконцовки. Весь сок там начинается со второго. Подожди, Кинстер, это ты про Нир Репликант говоришь? Да, Зорк, я на сегодня заканчивать буду. У меня, правда, собрание сюда. У меня с Новосибирска друзья приехали на выходные. Я не могу такой момент упустить. Очень давно не виделись. Завтра суббота. Завтра, если сегодня не нажрусь в хлам, если завтра себя буду нормально чувствовать, обязательно еще сыграем. У меня сейчас выходные начинаются. Пить будете? Элита, мы только безалкогольные. Компот. Кипяченая водичка. Чай без сахара зеленый.
Конечно, будем. Конечно, будем. Один друг детства, второй юности. С каждым не виделся по 3-4 года. Безалкогольная водка. Гека такая есть вообще? Продает кто-нибудь? Зорк, если что, завтра забегай. Я как обычно говорю, завтра забегайте, а сам стрим через неделю запущу где-нибудь. Не, если сегодня нормально будет, завтра сыграю. Зорк, я сегодня только из-за этого и начал пораньше, потому что у меня вечер занят. Я честно скажу, у меня сегодня-завтра выходной. Но сегодня пришлось пораньше начать. Меня, кстати, палят в чате. Все, что я сказал про своих зрителей, про своих друзей, может быть использовано против меня сегодня же вечером. И какао с чаем, да. Да что ты не закрутился? Удачно посидеть, ко мне тоже кореш редко приезжает с Казани. Ну вот, вижу, Зорг, тебе это тоже знакомо. Блин, Зорг, нафиг ты это написал? Я теперь не смогу нормально компот воспринимать. Босс еще живой. Я думал, что сегодня вторник с подключением, Кибербоб. Уже вечер пятницы, считаю. Ну, я когда ночные смены работаю, у меня тоже бывает потеря в этом. Не могу сообразить, какой день, какое число. Ночные смены опасно работать в этом плане. Так, у меня есть один ключ еще. Надо еще два бонуса открыть. Давайте теперь этот. Есть безалкогольная водка, продают в магазинах. Что-то ты меня заинтриговал, Эластион. Надо будет сходить посмотреть. На вкус как горькая вода, друган как-то покупал шутки ради. Вы... А, так вы еще и пробовали ее, нифига. Полдевятого уже, жесть. Да, Силич, бежит время. Бежит время. О, хороший бонус. На меня просто 4 цветка напало. Так, 6 жизней. Но здесь хотя бы мадам спасли. Причем эта мадам ХП восполнила. А когда просто на уровне проходим, почему-то не восполняет нифига. Это по-разному себя женщины ведут, когда мы их спасаем. Кибербоб, я из Сибири. У меня уже 8:30 вечера, это просто то, что лето наступило, еще светло до сих пор. У нас наконец-то нормальное лето наступило. Кладбище динозавров. У меня флешбеки к Королю Льву, хотя я не проходил его, но видел, как другие ребята играли. Что сейчас с ним происходит? Так, вот там яйцо, надо аккуратно. Как мне сейчас повезло, что птеродактиль вылупился. Этот придурок в яму свалился. Если бы он был на экране, у меня бы сейчас бонус не появился. Погодка радует, да, Силич? Сегодня... С утра прям от души прогулялся так нормально. Уже в 10 утра у нас было жарко. Единственное, что холодный ветер немножко напрягает. Я в шортах вышел, и проветривание нормальное такое появилось. Ну, вроде не замерз, вроде нормально. Ты еще причем работаешь каждый день, нет стабильных выходных. Определенный день недели, поэтому и путаешь день недели такой, какой. Да, это тоже сказывается. Ладно.
Ой-ой-ой, сейчас чуть не свалился. О, ну-ка, дружище, иди сюда. Огромный динозавр просто в ущелье упал. Может, из-за этого они вымерли, что сильно тупые были? Так, стример гуляет ночью, значит, ночной клуб. Значит, водка, значит, женщины. Значит, стримов не ждать. Сэнд, ну ты прям детектив. Тебя фиг чё утаишь. Ну, я правда не знаю, что сегодня вечером будет. Я даже немножко побаиваюсь, если честно. Когда очень долгое время не видишься с кем-то, вообще неизвестно, чем может закончиться. Ого, оживился чат сразу. Мартирус, привет, Саш. Добрый вечер. Спасибо, что заскочил хотя бы в конце стрима. Спасибо, Саш. А, прям об косточку ударился. У нас сегодня холодно и ветер, плюс 13. А кибербоб, это откуда, если не секрет? У нас дубаки просто нон-стоп, 1-2 теплых дня было за год. Ой. Усталое лицо, лицо работяги, лицо с бодуна. Да, лица разные бывают. Простите, работа. Как я тебя понимаю, Саша, какое-то популярное слово у меня в жизни, работа. Так, последним ключом открываем. Еще один бонус. Я, получается... только один ключ пропустил, который сложно взять. Ну, бонусы все показал на самом деле. То, что осталось закрыто, это чекпоинты, они нафиг не нужны. Сейчас в Тбилиси уже второй месяц. Нифига себе, кибербоб. Мне, по-моему, с Грузии еще никто не писал. Ну, по крайней мере, последнее время. Ну, удачно обустроиться тебе. Покатил домой, удачно погулять, если не успею к концу стрима. Всем удачи. Давай, Зорг. Если что, может, завтра увидимся тогда. А, вот еще один бонус. Оказывается, если всю курятину собрать, можно подобрать ванапчик. Давайте попробуем. Так, надо прям вверху ее ловить. Интересно, еще будет ванапчик? А, и одна курица упала. Ну тут одному сложно собрать. Ладно, фиг с ним. Робот, а. Игра слов какая-то. Костер, кстати, тоже нормально так изображен. Ой. О! Он еще и может колобком закатываться. Подожди, динозавр, вернись, у тебя мясо вкусное. Блин, он убежал, сволочь. А, покусал и убежал. О, вот это, кстати, может, от него мясо осталось. Уже кто-то за меня разделал его. Забираем. Эх, реквест Зорга музыкальный не смог включить. Чуть-чуть он не дождался. Ну ладно, значит, завтра поставлю. Я увлекся, прям в яму свалился. Яма ваншот, ничего не поделать. Прекрасный скроллинг. Я уже запросил переезд в Канаду из Грузии. Надеюсь, через полгода буду там. Фига себе, кибербоб, у тебя события в жизни. Кто-то в Тбилиси ездит, в Канаду собирается.
Я 30 лет, даже уже больше 30 лет, безвылазно в родном Кузбассе. Как говорится, где родился, там и пригодился. Никогда не тянуло сменить прописку, как ни странно. Хотя есть такая возможность. Устроился на шахту работать, какие-то деньги стал получать. Но не знаю, что-то не мое вот это вот путешествие всякие. Как-то не срослось почему-то. Могу в гости к кому-нибудь съездить там. Так, шарозавр очередной. Будем нижнюю челюсть ему отстегивать. Там у меня катакомбы еще. Страшно что-то. Чё, Мартирус, чё, Саша, у вас там происходит? Да не говори, этот год привнес свои коррективы. Фига аж в Канаду, ну это круто, конечно. Канада по уровню жизни считается крутой страной. Я что-то географию начал забывать, но, по-моему, Канада вторая после нас страна по площади. Могу путать, но, по-моему, именно Канада вторая. Потом Китай, Австралия. Дальше не помню. Бразилия вроде. Мы про непиксельные игры. Я бью его, вот вообще непонятное здоровье. У него что там, две полоски, что ли? Ну, в смысле, вот это полное еще туда дальше уходит. Задолбал своими камнями. Ой, колобок не рассчитал. Да в Dark Souls играть? Саш, я больше думал, что ты спросишь, когда Super Metroid наконец-то запущу. И вдруг такой переход на Dark Souls. Ну, для начала не помешало бы железо обновить все-таки. Уж если погружаться в атмосферу Dark Souls, то делать это на максималках, скажем так. Я вот эти Souls-like игры еще ни одну не проходил. У меня не заладилось с ними. Хотя в Steam, как обычно, куплено несколько частей. Dark Souls это не в этом году 100%. Пока есть чем разбираться. Пока тебя не было, Саш, мне тут... Тут разные ребята предлагали Xbox прислать по почте. Ты, говорит, только карту захвата купи. Это Реверси писал. Валентин предложил на время дать вторую Соньку погонять. Сегодня зрители прям расщедрились. Типа, давай мы тебе уже хоть что-нибудь пришлем, только играй, проходи. Тебе пусть шлют. Ну, желающих много было. Чат же все видят. Желающих было много. Меня просто из РФ уволили, релокнули пока сюда. Выбор. Или без работы, или релокаешься. Канада делит США, Северную Америку. Ну да, да, плюс там еще... Ой. Плюс там еще... Небольшой кусочек Мексики. Так, я что-то расслабился. Где колеса?
Хотя 4 жизни, в принципе, нормально. И эти гады колобки стали мясо оставлять. Да крутись ты, пожалуйста, Джо. Массовое истребление первобытных людей. У меня в гараже только Sega. С друганом иногда играем. А чё рубите, Силич? Mortal Kombat в основном, поди. Ещё колёса. Прикинь, у него Dark Souls и куплены, он играет в Джои Мака на SNES. Так, Гектор, вот Джои Мака попрошу не обижать. Красочный топовый платформер. Как минимум по меркам консоли достойная игра. Так что Джои Мак нормальная тема. На SNES пройти что-то в статистику — это всегда приятно. Ну, с хардом, я думаю, все-таки перемудрили в Джои Маке. Слишком жирнющие боссы, прям до невозможности. А так игра нормальная, мне нравится. Фига, сколько мяса оставили. Что толпа людей делает внутри динозавра? Еще и костер развели. Так, финальный босс здесь, как ни странно, не какой-то первобытный человек, а просто дьявол собственной персоной. Я бы Undertale глянул. Kingslayer всегда будет много заказов и много реквестов, много желающих что-то посмотреть. Представьте, какая нагрузка на стримера, у которого больше 300 реквестов. Ребята постоянно что-то ждут, надеются, что их реквест запустят. Ну, стример-то один, он же не может сразу все игры сыграть. Так, дьявол, ну-ка не угорай надо мной. Получишь по заслугам. Будем огнем попу прожаривать тебе. Ну, даже там попал. Скажем спасибо, что не Pitfall на Atari 5200. Мою логику не пытайтесь понять, это бесполезно. У меня в Steam куча шедевров куплено, я прохожу ретро-игры давно забытых дней, скажем так. О, еще задел в спину, куда-то попал. Последний раз в FIFA 95 играли, нифига себе. Нифига себе, Силич, еще и в спортивные игры рубитесь. Kingslayer, наберу. Ой, говорю, наберу. Ай, куда высокий прыжок-то сделал? Да, вот эти колобки троллят, конечно, когда он раздвояется. Обновлю ПК, Kingslayer, будет что-нибудь более-менее современное. Но я боюсь сейчас что-то запускать, потому что... О! Потому что ничем хорошим это не закончится. Во. Ой-ой-ой. Вторая форма финального босса. Ай, подставился. Yeah.
Первый резик? Ну почему? Резидент переиздание хорошее вышло. Вот, кстати, Resident Evil ремейк я бы сыграл. Гад еще телепортируется. Ну правильно, кто-то бросил реквесты и дуру гоняет. Лишь бы живы были, Сейн. А то, что большинство реквестеров уже благополучно покинуло мой канал, это следовало ожидать в этом. Ничего такого неожиданного нет, в принципе. Да сдохни ты уже, сволочь. А опять эти луковые кольца огненные. РЕ 2 ремейк бомба. Охотно верю, Гек. Не играл, но тебе верю. А, и все, вот эти про кольца эти забываю. Да смотри, живучий какой. Где можно в коопе играть? Чего там с Мартирусом? Да что-то жив до сих пор. Я вообще не особо любитель спортивных, иногда можно и поиграть. Раньше у него дома собирались, а у него много консолей разных. Прикольно. Да получишь, наконец-то, господи. 4 жизни осталось, почти 150 косарей набрал. Концовка, кстати, в SNES-версии одна. Больше часа на Джои Мак из-за того, что хард. Такое все жирное до невозможности. Платформ для игр куча, а у некоторых игр по-прежнему нету. Нормально так потроллил Фауст, нормально. Живы будут, не уйдут. Реквестинная кара их настигнет. Спасибо, Тайгер. Смотрю, перебрался на YouTube. Иногда замечаю, за зрителями сидят на одной платформе, переходят на другую. О, какая женщина, какая женщина. Мне б не такую. Первая самая красотка была. Мамка ихняя, наверное. Сыпа-сыпа, сыпа-сыпа. Хорошая версия, мне понравилась. Нормальные Джои Маки. Да, спасибо, ребят. За себя насчитал 30 платформ. Думаю, на несколько жизней хватит. Да, если смотреть прям на все, что существует. То, что было, то, что выпускают. Поверь, Фауст, тебе даже, чтобы все шедевры пройти, наверное, со всех платформ, не хватит и двух жизней. Не говоря уже о том, если за все игры браться.